Ну и сегодня Ради Хабиров вручил директорам школ ключи от новых автобусов. Регион закупил для образовательных учреждений 41 машину на сумму в 92 миллиона рублей. Новые автобусы получили школы 30 районов республики, а также Уфы. И получил автобусы из Сибайской коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Газели» заменят автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет. Мы хотели, чтобы наши дети ездили на хороших, качественных, безопасных автобусах. Поэтому сегодня с большим удовольствием мы передаем районам. Современные автобусы оснащены спутниковой GPS-навигацией, тахографами, а также оборудованы откидными ступенями для маломобильных детей. У этих автобусов снижен расход топлива. Если, допустим, пазики, они у нас по 15, а то и 20 литров на 100 километров, да, съедают, то у этих автобусов дизельное топливо, расход около 10 литров. Второе, усиленные борта жесткости, ребра жесткости по периметру автобусов. Есть дополнительный отопитель в салоне, поэтому зимой не будет холодно однозначно. Вот, кроме того, в октябре регион закупит еще 120 автобусов. Таким образом, решится проблема нехватки школьного транспорта в районах республики. Сегодняшнее вручение для нашей школы очень важно, потому что старые автобусы требуют ремонта, и это большой подарок новому учебному году. У нашей школы очень огромный маршрут. Мы обслуживаем 6 деревень, и поэтому один автобус не справляется, и нам необходим был еще и второй автобус. Ну и напомню, с 19 по 20 год среди городов и районов было распределено 150 школьных автобусов. Тогда на эти цели власти региона выделили 310 миллионов рублей. Ну и по данным республиканского Минобра, автопарк образовательных учреждений включает в себя почти 1500 школьных автобусов, которые перевозят около 42 тысяч учащихся из 87 школ.